Мы посчитаем 1, 2, 3 уже после этого. После этого Анастасия бросит свой букет. Готовы, девушки, вместе со мной? И 1, 2, 3. Hope I'm not tired of rebuilding, 'cause this might take a little more. I think I'd like to try look at you and feel the way I did before. Oh, our fire died last winter, all of the shouting blew it out. You know I could live without or with you, but I might like having you about. Yes, these new walls are pretty hard to crack, and it might take a while until I trust you on the tackle. I apologize, but it was only self-defense. Running away just made sense. But here I am with arms unfolding, I guess it isn't quite the end. Old partner in crime, I'm going to try to fall in love with you again. Уважаемые гости, пожалуйста, приготовьте ваши ладоши для того, чтобы громкими аплодисментами встречать наших почетных свидетелей. Вот же они, камон! Это Богдан и Екатерина. Он искренний, он заботливый, он любящий, он настоящий. Он мужчина, который добился своей цели и завоевал ее сердце. Он тот, кто сделает ее самой счастливой на всем белом свете. Уважаемые гости, я попрошу всех вас приподняться, пожалуйста, для того, чтобы встречать избранницу нашего жениха. Потрясающую невесту Анастасию в сопровождении ее отца. Ваши аплодисменты! Идет сама невеста. Когда я впервые тебя увидел, я понял, что именно с тобой хочу пройти всю жизнь рука об руку. Что бы ни случилось, помогать тебе, заботиться о тебе, любить тебя, всегда быть честным и верным с тобой, избавлять тебя от всех невзгод. Поэтому сегодня я прошу тебя стать моей законной женой. Любимый, я обещаю давать тебе все самое лучшее, что у меня есть, и не просить более того, что ты мне можешь дать. Я обещаю уважать тебя как себя и помнить, что твои желания, интересы не менее важны, чем мои. Я обещаю быть честной и открытой перед тобой. Я обещаю любить тебя и быть с тобой как в самые сложные, как в самые тяжелые и хорошие в наше время. Я тебя очень сильно люблю. Ну и после этих слов все-таки остался еще один вопрос без ответа. Не, Давид, является ли твое желание вступить в брак взаимным
искренним и свободным. Да. Анастасия, является ли твое желание вступить в брак взаимным, искренним и свободным? Да. Вашими словами друг другу и этими ответами вы соединили ваши сердца невидимыми нитями любви. Но мы же все знаем, что существует символ верности, который мы сможем увидеть. Я говорю сейчас о ваших обручальных кольцах. Я прошу вас обменяться обручальными кольцами. Ну и покажите же всем ваши обручальные кольца. Давайте поаплодируем. Я попрошу вас подойти к столу регистрации и скрепить подписями ваш семейный союз. В полном соответствии с Семейным кодексом Украины, с вашего взаимного согласия, силой вашей любви, сегодня, 20 октября 2018 года, в присутствии ваших родителей, родственников, свидетелей и друзей, ваш брак зарегистрирован. Отныне вы муж и жена. И скрепите же поцелуем ваш семейный союз. Громче! Дорогие Давид и Анастасия, сегодня раздели с вами вашу радость и счастье, собрались самые родные и близкие люди. И среди них есть те, кто хотел бы вас поздравить первыми. Я говорю сейчас о ваших родителях. Уважаемые родители, пожалуйста, подойдите поближе к вашим детям и скажите им несколько слов поздравлений и пожеланий. Пусть будет счастье ваше велико, пускай любовь не угасает в ссоре, и будет вам с друг другом так тепло, и ссор пускай не зарастает буря. Желаю, чтоб хранил ваш дом уют, и голоса в нем детские звучали, чтоб и в дороге из тревог и проб пришли к тому, о чем вы так мечтали. И если вам нужна моя рука, ее подам, своим теплом согрею. Дай Бог вам, дети, только лишь добра. Второй, третий, детки, готовы? Четвертый, пятый, шестой, тогда встречайте, вот же они. Потрясающая пара, Давид и Анастасия. Come on! Я присоединяюсь к словам моей жены. Берегите друг друга и счастья вам. Давайте поддержим нашу пару аплодисментами. Пожалуйста, выходите в центр танцпола. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was.
Пусть у вас рождаются самые милые, самые крепкие, самые дорогие, самые одаренные детки. С Богом, добрый путь. Я вас поздравляю, люблю вас, целую, кахаю, потому что вы для меня милые, хорошие, красивые дети. Горько вам еще раз. Желаем солнцу улыбаться улыбкой светлой, как сейчас, никогда не расставаться. Ни на минуту, ни на час. Желаем счастья, счастьем согреваться. И невзирая на года, как молодым улыбаться. Сегодня, завтра и всегда. Друзья, ну что, может быть, горько нашей паре? Горько! 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 Горько. Друзья, ну что, только что на ваших глазах родился первый танец нашей пары. А в танце, что главное, это далеко не движение, а те чувства и эмоции, которые вы испытываете, глядя друг другу в глаза. На восток, я желаю купить сок, ободрить весь народ. Милый двор, уголек, он ни низок, ни высок. Синий сток, на поток, спортплощадка, животок. Нам надо, братья, хлоп, кто резину задает. Инструмент, все пройдет, я ищу ответ, идет. Прыг, скок, пульс, стоп, ты мог, как смог. Наш круг вокруг, берегите свой доход. Страх, друг, наш лук, стрелы целит наперед. Испуг, крепок, усилок, солнце катит на восток. Прощай, твое продолжай. Меня манит сладкий чай, но я решил, но я решил. Кричай, раз-два, 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 раз-два. Раз-два, раз-два, везет, повезет. Тяга тянет шаг вперед. Кто дает, то ли манит, то растет. Я замок, будет грусти не войдет. Я замок, будет грусти не войдет. Катя, скажи, пожалуйста, сколько денежек гости свадьбы Давида и Анастасии бросили за девочку? 1087 гривен. 1087. Сколько же за мальчика? Говори. Хотелось бы больше, конечно, но там в пределах 2480 гривен. А сейчас я попрошу вас сделать селфи-фотографию с любым человеком по имени Сережа. Ребят, ну извините, у нас нету Сережи на свадьбе. Ну тогда с вычага по имени Валерий! Продолжай, меня манит сладкий чай, но я решил, но я решил. Гриб-чай, раз-два.
Есть, хорошо. У двух наших конкурсанток будет ровно 1,5 минуты, чтобы сделать как можно больше селфи-фотографий с гостями нашей свадьбы. Все фотографии должны быть четкими и размытыми. Я буду брать телефоны и за этим следить. Осталось 30 секунд. Быстрее, 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 быстрее. Четырнадцать фотографий у Наташи. 17, 18, 19, 20, 20. Прошу у Бога счастья я для вас, не мимолетного, а самого земного. Прошу, чтобы хранил он вас от злых людей и от дурного слова. И спросит Бог: скажи мне, не тая, что эти дети для тебя так много значат? Отвечу просто: это жизнь моя. И Бог поймет, не может быть иначе. А в моем понимании, что такое любовь? Это сделать для близкого человека минимум 2 раза лучше, чем для самого себя. Так делайте для друг друга лучше. Жертвуйте друг другом, понимайте и любите друг друга. Две жизни пусть плетутся в жизнь одну, чтоб ничего сказать вам не хотелось, кроме «любимая», «любимый», «я люблю». Гулять на свадьбе внуков, что может быть прекрасней? Парень молодой, я желаю счастья. Пожелания добрые от бабушки примите. Любовь, согласие в мире, жизнь долгую живите. Друг друга берегите, не забывайте. Но мне правнукам дарите и совет да вам любовь. Мне бы очень хотелось пожелать вам, чтобы ваша любовь была действительно бесконечной, чтобы ваши чувства оставались такими же теплыми, чтобы ваши лица всегда были улыбчивыми, чтобы в вашем доме были всегда крики ваших деток будущих, конечно, а также чтобы все цели, которые вы перед собой ставите, вы выполняли вместе. Я желаю вам каждое утро просыпаться вместе и только вместе, радоваться тому, что вы есть друг у друга, смотря в свои глаза, наполненные любовью, радоваться каждому дню. Я желаю вам, чтобы ваша семья стояла так же крепко, как стоит наша земля. Пусть жизнь наполняется светом и лаской, побольше улыбок, скорее малыша, чтобы муж превратил твою жизнь сразу в сказку и чтобы всегда твоя пела душа. Снятие фаты начнется ровно через 1 минуту. И перед его началом у нашей невесты было одно особенное пожелание. Она хотела пригласить на танец одного важного и дорогого ей человека. Она хотела станцевать танец с папой. Скажем аплодисментами большое спасибо папе. Жизнь и природа награждают людей абсолютно разными чувствами. Многие из них испытываем мы все. Но есть лишь одно чувство, которое подвластно только избранным. Это то чувство, о котором нам трудно говорить. Поэтому зачастую мы о нем молчим. Но когда в нашей жизни появляется человек, который наполняет ее новыми красками и заставляет солнце по утрам сиять все ярче, вот тогда хочется говорить, хочется слышать, хочется слушать, хочется любить. Дорогие Давид и Анастасия, в этот вечер все звезды мерцают для вас, все улыбки
они принадлежат только вам. Пусть навсегда останется в памяти этот прекрасный вечер. Все поздравления и все пожелания. Анастасия, через несколько мгновений Давид снимет тебе фату, и ты войдешь в новую, неизвестную, трудную, но прекрасную жизнь молодой жены и подруги. Будь верной ему и помни этот вечер. Пронеси сквозь всю свою жизнь любовь такой, какой она есть сегодня. Ну и сейчас мы попросим маму нашего жениха, уважаемую Татьяну, пожалуйста, подойдите поближе к Анастасии и покройте ее голову этим платком. Тем самым примите ее, свою семью, обязуясь любить ее, как свою родную дочь. Мама, храните фату вашей дочери очень бережно и очень трепетно. И вернете ее здесь на годовщину свадьбы, на ситцевую свадьбу или же во время рождения первенца. Мы попросим вас, уважаемые родители, передать вашим детям частичку вашего тепла. Частичку того огонька, который горит в ваших сердцах. Ведь этот огонь – это ваша к ним любовь. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня к нам на большой праздник, за то, что поддержали нас. Мы вам очень сильно благодарны. Да, спасибо вам большое, что вы действительно нашли время и желание прийти к нам и разделить вместе с нами этот очень важный для нас торжественный день. Всем большое спасибо. Все очень сказали такие прекрасные, нужные слова. Спасибо, мы очень вам благодарны. Stay.